Привет, дамы и господа! Сегодня мы поговорим о том, как создать шахматы с точки зрения программирования. Во-первых, что такое шахматы? Шахматы — это определенная игра, где присутствуют два, обычно, игрока, и эта игра проходит на поле 8 на 8, либо же N на N, потому что бывают разные виды у нас шахмат. Есть 12 на 12, где поле, есть где 20 на 20, есть больше, и обычно это поле представляет из себя определенные квадратики, то есть 64 квадратика у нас в сумме 8 на 8, соответственно, и у каждого из этих квадратиков имеется определенная длина, соответственно, квадрат, все стороны равны. Есть еще также гексагональные шахматы и так далее, их мы рассматривать в данной ситуации не будем. Соответственно, у каждого из игроков имеется определенное количество фигур, соответственно, 16 в сумме. И что это за фигура? Есть 8 пешек у одного игрока, также 2 слона, 2 коня, 2 ладьи, 1 ферзь и один король, соответственно, имеется. Плюс также имеются 2 цвета, белый и черный. Белый и черный, соответственно, это у нас 255, 255, 255 по РГБ-схеме это белый, 000 это черный по РГБ-схеме. Там, походу, мой автобус едет. Или нет? Да, походу, мой. Мы, походу, завершим раньше. Ну, в общем, продолжим. У нас есть поле. Поле представляет из себя N-мерный массив. То есть, это, по сути, матрица, где у нас имеется положение такое-то, 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 такое-то. В общем, всего у нас 64 положения могут приниматься. При этом приниматься они могут значениями различными. Это может быть либо белый слон, либо же белый слон номер один, белый слон номер два, белая пешка номер один, белая пешка номер два, белая пешка номер три, белая пешка номер четыре. В общем, 8 различных пешек может стоять. Также может быть белая ладья номер один, белая ладья номер два, плюс также белый король и белый ферзь. И также черный, соответственно, принимает такие же вещи. Также у нас есть таймер, да, это мой. Мой автобус. Ладно, в общем, если что, подключимся чуточку позже.